На камеру разрешение есть? Есть. Где? Камера снимать не разрешается. С чего вдруг? Где разрешение? Разрешения не было. Мне указали. Это частная территория, что я понять не могу? Ну, это вообще-то здание областной администрации, госоргана. Я имею право как журналист снимать. Съемки производятся с разрешения. Поэтому, уважаемые граждане, всех вас ожидают на Пушкина, в Пушкинской библиотеке на улице Карла Маркса. Вы проходите. 10 человек, которые были отобраны как представители, остаются здесь, вы здесь будут с ними беседовать также. Так что вроде как бы не было никаких разночтений, тут у меня друзей точно не было. Ну, я просто рабочий, я слесарь-агрегатчик ВТП. Занимаюсь агрегатами. Зарплату вам платили все-таки или нет? Или частично? По крайней мере, с декабря месяца. То есть за январь не плачено. Ну, так вот, в последнее время давали по 5000 немножко аванса. Uh-huh. Все, и то, когда уже припрет на лекарства и что-нибудь такое вот. Когда кредит надо платить. А у вас на Васинском ВТП сколько человек работает? Ой, не скажу. Ну, примерно, 10-20. Да ну, всех. 20. Наверное, человек 80. Мы приехали, вроде как бы хотели повстречаться с кем-то, чтобы нам что-то какие-то гарантии дали, что мы люди, что мы обслуживаем людей. Ну, вот как-то так нас оттуда сюда пихнули, толкнули, и не знаю вообще, как все это дело обстоит. Я работаю в Васинском ВТП, работаю водителем автобуса. Долги по зарплате у нас есть. Заявили в прокуратуру, писали бумажки, нам сейчас выплатили за декабрь, буквально неделю назад, а вчера выплатили за январь проценты какие-то. Сколько было денег, столько выплатили, сколько, как сказали, Томск Автотранс выделил каких-то там 500 тысяч, что ли. За февраль, за март, и вот уже апрель кончается, середина, денег мы не видим. Хотя мы работаем честно, закрываем маршрут Асино-Томск, везем народ, везем деньги, живые деньги. Томский автовокзал перечисляет Томск Автотрансу, и дальше деньги уходят неизвестно куда. Губернатор обещал разобраться в сентябре месяце, как говорит начальник наш, в октябре месяце стучал в грудь и давал слово, что я разберусь, в ноябре все будет нормально. И в дальнейшем он перестал встречаться с нашим руководством. И вот сейчас все то в Москве, то он у Миллера. А вот сейчас вот приехали мы всем коллективу, можно сказать. Вы понимали, что вас все равно не пустят дальше порога областной? Да, откуда мы понимали? Мы не понимали. Мы думали, пустят. Как быдло отнеслись, выгнали даже оттуда. А вы бывали когда-нибудь в областной? Да, откуда? Кто туда пустит? Да, сказали взять паспорта. Ну, думаю, попадем на встречу с губернатором, посмотреть, что он скажет на наши запросы. Но нас не пустили туда.